Компания «Кузница» на рынке уже 13 лет. Она является официальным дилером ведущих европейских производителей. Одна из новинок, представленных на форуме «День поля» – универсальный трактор для всех видов фермерских работ «Массей Фергюсон 6713». Машина полностью компьютеризирована, что позволяет механизатору выполнять самые сложные задачи в комфортных условиях. Механизатор в этом тракторе работает все 8 часов и имеет минимальную усталость. И в принципе он может вообще за руль не браться, машина будет кататься сама. Есть такая возможность. Еще одна уникальная машина – разбрасыватель удобрений немецкой компании «Амазоны». Занимает в Европе и в России первое место по экономии распределения минеральных удобрений. За счет внедрения электронных механизмов и исключения работы человеческого фактора данная машина позволяет экономить на распределении удобрений. Компания «Кузница» поставляет сельхозпроизводителям технику для заготовки кормов, обработки почвы и защиты растений, посевную и посадочную технику, агрегаты для орошения и полива. Отделения компании расположены в 13 городах России, в том числе в поселке Искра Рязанской области. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».